Несколько часов назад стало известно о задержании сотрудницы таможни по делу о взятке в 150 тысяч рублей. В скромной квартире при обыске нашли более 20 миллионов наличными. По версии следствия, дама предложила своему коллеге ускорить оформление документов на ввоз 60 автомобилей. Сказала, заинтересованные лица заплатят 1500 тысяч. Таможенник сообщил обо всем полицейским. Посредницу задержали, как только она передала конверт с купюрами. Следственный комитет возбудил уголовное дело.